молоды душой, активны и жизнерадостны. Современному поколению есть чему поучиться у людей пожилого возраста. Несмотря на свои преклонные года, они занимаются важной общественной деятельностью, находят время и для активного отдыха. Вопросами помощи и поддержки людей пожилого возраста занимается районный совет ветеранов войны и труда. Они помогают решать бытовые проблемы, организуют досуговые мероприятия и праздники. Работаем с участниками Великой Отечественной войны. Каждый месяц мы ходим, проверяем их на состояние бытовое и здоровье. Помогаем, чем можем, что в наших силах. У нас очень активный центральный округ, который вот своих ветеранов, можно сказать, выписывал. Они не забывают их, постоянно к ним ездят. Вот уже несколько лет в районном совете ветеранов войны и труда работает клуб «Ветеранские посиделки», объединивший под своим крылом творческих и активных людей, которые не представляют свою жизнь без общения, творчества и полезной деятельности. Сегодняшняя наша встреча посвящена дню пожилого человека. Конечно, не хочется называть этих всех людей пожилые люди, потому что душой они еще все молодые. Потому что вот они собираются с таким удовольствием, с желанием на такие встречи, развлекаются. Мы даже танцуем, поем песенки. Вот и сегодня наша встреча, я надеюсь, пройдет очень так это продуктивно, весело, интересно, чтобы они получили удовольствие. Потому что, вы знаете, эти люди заслуживают внимания. Потому что вот этому поколению досталось очень трудное время. Послевоенное восстановление нашей России после войны и так далее. Поэтому нужно им уделять побольше внимания. Чтобы отметить День пожилого человека, члены клуба «Ветеранские посиделки» собрались за праздничным столом. Они общались, поздравляли друг друга с прошедшими юбилеями. Ну и, конечно же, пели вместе со славянскими артистами. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе не ново. Я люблю Желаем старшему поколению долголетия, здоровья и всегда быть такими же активными и творческими. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».